однажды бедный юноша познакомился с прекрасной девушкой. Юноша, стесняясь, задал девушке вопрос. Идем со мной, Эзель. Прекрасная девушка, не верившая в сказки до того дня. Ты веришь в счастливый конец? Да, верю, верю. Сразу поверила, что в этой истории будет счастливый конец. Девушка всегда говорила, если реальность прекрасна, словно грезы, надо бежать, пока не исчезла иллюзия. Но прекрасная девушка полюбила юношу. В этот раз ей было все равно. Обоим было больно, но девушке было все равно. Омер. Потому что счастливый конец был так близок. Немного боли, ну и что с того? Я знала. Немного ожидания. Ну и что с того, когда близок счастливый конец? Где же ты? У нас такая любовь. Если мы в итоге будем вместе, что значат чьи-то жизни, когда мечтаешь о собственном счастье? Нет. Нет! Эйшан. Нет, не может быть. У нас такая большая любовь, что конец не поможет. Лучше бы она не начиналась. Не может быть. У нас такая любовь. Забыть ее невозможно. Надо менять с самого начала. Любовь начинается в тот момент, когда все возможно.
должны найти этот момент. Мы должны найти этот момент и вернуть его. Мы должны вернуть его. Юноша. Никогда не спрашивал прекрасную девушку. Если она пришла сюда снова, то человек, которого она полюбила, никогда не приходил сюда. Oh.